Стоял тот дом всем жителям знакомый. Его еще Наполеон застал. Но вот его назначили для слома жильцы. Давно уехали из дома, но дом пока стоял. Холодно, холодно, холодно в доме. Парадное давно не открывалось. Мальчишки окна выбили уже, и штукатурка всюду осыпалась. Но что-то в этом доме оставалось на третьем этаже. Ахало, охало, ухало в доме. Дети часто жаловались маме и обходили дом тот стороной, объединясь с соседними дворами, вооружась лопатами-ломами, вошли туда гурьбой. Дворники, 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 тихо! Они стоят и недоумевают, назад спешат, боязни не тая. Вдруг там Наполеонов дух витает, а может, это просто слуховая галлюцинация. Боязно, боязно, боязно дворникам. Но, наконец, приказ о доме вышел, и вот рабочий, тот, что дом ломал, ударил смаху гирею по крыше, а после клялся, будто бы услышал, как кто-то застонал. Жалобно, жалобно, жалобно в доме. От страха дети больше не трясутся, нет дома что, два века простоял, и скоро здесь по плану реконструкции ввысь этажей десятки вознесутся, бетон, стекло, металл. Весело, здорово, красочно будет.